Пункты сдачи ЕГЭ организованы на базе 11, 16 и 18 школ. Обеспечивают работу пунктов проведения экзаменов 59 педагогов. Во время экзамена обеспечивается правопорядок и безопасность сотрудниками ОМВД России по городу Артему. Медицинские работники Артемовской детской больницы также дежурят в пунктах проведения экзаменов и готовы оказать медицинскую помощь в случае необходимости. На каждом ППГ присутствуют и общественные наблюдатели. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 17 июня. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов. Напомним, что в Артемовском городском округе школы закончат 613 одиннадцатиклассников и 1300 учеников 9 классов. Следующий ЕГЭ по математике пройдет 2 и 3 июня.